Эта фотография потребовала двух погружений. Хватило двух погружений, и на третье погружение рыба сразу узнала меня и подумала: «А, да это не хищник», и позволила мне подплыть очень близко. И через несколько минут я уже сделал эти фотографии. Если вам повезет, то вы получите фотографию рыбьего глаза. Она фантастична. А эта фотография очень забавная, потому что это анус морской звезды. На данный момент главная проблема океанов — они становятся все более пустыми с каждым днем. Если мы ничего не предпримем, то столкнемся с самой большой катастрофой в истории человечества. Дос Винкель. Водолаз, фотограф и специалист по охране окружающей среды. Он пользуется уважением за фотографии рыбьих глаз, плавников и чешуи, снятые крупным планом на расстоянии в несколько миллиметров, и даже стали абстрактными работами в искусстве. Первое погружение было совершено еще в 1985 году и предрекло его любовь к подводному миру. Тысячи фотографий и 25 лет работы сделали его страстным защитником сохранения здоровья океанов. Он путешествует по миру, используя свои фотографии в качестве орудия борьбы против уничтожения морской жизни. Если вы посмотрите на хищных рыб, то обнаружите, что 90% из них уже исчезли. А среди остальных коммерческих видов нет уже 80%. Самое лучшее решение этой проблемы — прекратить есть рыбу. Люди, не занимающиеся дайвингом, понятия не имеют, насколько прекрасен подводный мир. Биоразнообразие настолько огромно, что порой можно увидеть самых причудливых созданий. То, что вы видите под водой, это искусство. Высокое искусство. Везде, где погружается Дос, он сталкивается с опустошением. И он не хочет занимать нейтральную позицию, поэтому использует каждую возможность, показывая свои фотографии и рассказывая историю мира, который находится на грани исчезновения. Мы разрушаем подводную экосистему с немыслимой скоростью. Ученые подсчитали, что если мы продолжим вылавливать рыбу так же, как делаем это сейчас, то через 30 лет океаны опустеют. Больше вообще не будет съедобной рыбы. Как это возможно, что океаны опустеют через 30 лет? Если так, то за это ответственно человечество. Два молодых морских биолога решили провести исследование для нас, Марианны ван Мирло и Барбар ван Хенна. Я училась этому 5 лет, и сейчас могу назвать себя магистром естественных наук в морской биологии. Но я никогда не думала, что проблема с океанами настолько серьезна. Если все это правда, то это сильно шокирует, и я по-настоящему жажду узнать больше. В этом фильме мы обобщили факты. Почему наши моря и океаны в огромной опасности? Мы нашли этот экспертный отчет Университета Британской Колумбии. В Североатлантическом океане в 1900 году мегатонны рыбы. На следующем изображении ситуация на 100 лет позднее. Практически вся рыба исчезла. Это изображение показывает количество рыбы в Североатлантическом океане в 1900 году, когда на отмелях было около 10 тонн рыбы на квадратный километр.
а следующее отображает состояние на 2000 год, когда мы существенно истощили биомассу рыбы в 10 и более раз. И от этого до этого мы дошли за 100 лет. Профессор Даниэль Паули много лет пишет о последствиях чрезмерного рыболовства по всему миру. Мы находимся в ситуации, когда уже на протяжении многих десятилетий теряем рыбную популяцию в возрастающих масштабах. Паули является одним из самых известных исследователей, обеспокоенных состоянием океанов. За свою работу он получил почетную докторскую степень от университетов разных стран. Процесс уничтожения океанов начался давно. Где и когда все пошло неправильно? Люди ловили рыбу веками. Голландия, например, зарабатывала много денег в 16 и 17 веках на ловле сельди. Также голландцы играли важную роль в китовой индустрии. Только с введением квоты на ловлю китов в 1946 году эта форма охоты закончилась для Голландии. Это стало началом международной политики по ограничению ловли морских животных. С 1970-х годов было введено ограничение на ловлю рыбы для участников Европейского Союза. Стало очевидным, что море не является неисчерпаемым источником изобилия. Однако, несмотря на квоту, корабли начали укрупняться, рыболовные участки расширяться, а технологические инструменты вроде гидролокатора не оставили рыбе места, чтобы спрятаться. С тех пор, как была введена квота, ежегодный улов рыбы постоянно превосходил разумные пределы. В среднем Европейский Союз установил квоту, которая минимум на 48% выше, чем рекомендуют ученые. Министерство рыболовства в большинстве стран действует в интересах владельцев рыболовецких флотилий. Они действуют ради выгоды рыбных хозяйств и рыбаков, что имеет лишь краткосрочную перспективу. С середины прошлого века мировой улов рыбы вырос в 4 раза. Мы забираем у моря около 1 миллиона тонн рыбы каждый год. Большинство рыбных хозяйств продолжают работать только потому, что их субсидируют. Иными словами, мы даем им деньги, чтобы они ловили рыбу. Субсидирование рыболовства означает, что рыбакам поощряется вылавливать настолько редкую рыбу, что это даже невыгодно экономически. В тот момент, когда мы решили субсидировать рыбные хозяйства, мы одобрили разрушение. Сент-Джонс, столица Ньюфаундленда на восточном побережье Канады. Он знаменит своими богатыми рыболовецкими традициями. На протяжении веков он был эпицентром индустрии по ловле трески. About tomorrow, he fears for his son. Oh, where are the codfish? Oh, what has gone wrong? Привет. Привет, Барбара. Как дела? Хорошо, у тебя? Добро пожаловать, входи. Пи Кумс был ловцом трески. О, посмотри на это. Это все треска. И она была огромной. И это, как ты видишь, обычное явление. Она в половину твоего роста? Да, в половину моего роста. Это тоже треска? Да, это тоже треска. Мы сейчас смотрим на 10-тонную сеть. Она огромная.
a codfish, what has gone wrong? Пилс вырос в небольшом поселке в Португал-Ков, одном из сотен похожих поселков на побережье Ньюфаундленда. Здесь жили большие семьи. Например, это дом моего дяди. У них было 16 детей. Поэтому в одно время здесь росли сразу несколько детей. Летом мы проводили свое время на причале. Было очень любопытно. Мы наблюдали, как рыбаки привозили на сушу свой улов. Ты вырос прямо у гавани. Мы выросли у воды, наблюдая за рыбаками. И ожидали дня, когда станем достаточно взрослыми, чтобы выйти в море и рыбачить с ними. Сколько тебе было лет, когда ты впервые вышел на рыбалку? В 13 лет я впервые начал приходить на лодку к отцу, помогая ставить сети для трески. Это Барбара. Приятно познакомиться, Барбара. Приятно познакомиться. Для Пилса и его отца рыболовный сезон составлял 3 месяца. Только в летнее время, когда треска достаточно близко подплывала к берегу, они ставили сети, как это было на протяжении поколений. Мы приходили сюда на своей лодке и раскидывали сети. Здесь были веревки, чтобы тащить по низу, тащить по дну, а потом вытягивали. Ясно. На ялике, ньюфаундлендской рыболовной лодке, сети для трески были пустыми уже к утру. Такой метод рыболовства в небольших масштабах обеспечивал хороший доход для тысяч людей. Это было хорошее время для рыбалки много лет назад. И мы не занимались здесь ничем другим. Только рыбалкой. 40-50 лет назад, если бы вы сказали, что здесь больше никогда не будет трески, люди бы просто рассмеялись. Они бы сказали, что это невозможно. Ловлей трески в Ньюфаундленде занимались веками. Ее запасы казались неисчерпаемыми. Но в конце 60-х годов из Европы прибыли большие парни. Они использовали современное снаряжение, чтобы отследить и поймать треску. 24 часа в день, 365 дней в году. Канадцы тоже построили траулерный флот. За 10 дней на траулере мы могли поймать больше, чем за весь год обычными сетями. У нас был всего один траулер, а ведь сотни траулеров делали то же самое. И это продолжалось 12 месяцев в году. Мы забрали у моря огромное количество рыбы. Тогда это казалось вам благом? Поначалу я думал, что это действительно здорово. Это были хорошие деньги. Но спустя годы я начал замечать, что здесь стало слишком много кораблей. Сотни кораблей делали одно и то же. И тогда я начал задумываться, как рыба может восстанавливать популяцию. Я думаю, это очевидно. Если забирать слишком много, и это не может восстановиться в том же размере, то в итоге вы заберете так много, что ничего не останется. Невероятное количество рыбы было извлечено из морей за короткое время, что привело к истощению рыбных запасов. Биологи забили тревогу, но правительство ничего не делало. Ни у кого из них не хватило мужества принять решение и сказать: «Давайте оставим только половину рыбных фабрик и только половину рыбаков». Они решили, что это будет концом общин. А здесь все общины зависят от рыбного промысла. Однако, не сделав этого, мы дождались, когда пропало все. В 1992 году в Ньюфаундленде запасы трески настолько исчерпались, что в определенный момент они объявили мораторий, который наложил полный запрет на ловлю трески на этом острове. Это оставило 40 тысяч человек без работы. Это было, возможно, самое крупное массовое увольнение в истории Канады. Сначала они сказали, что закроют рыбные хозяйства на 2 года, а затем проведут экспертизу, и, возможно, запасы успеют достаточно восстановиться, чтобы поддержать мелкое рыболовство. Но прошло 2 года, и, как мне кажется, рыбы стало еще меньше. На данный момент прошло уже 18 лет, и до сих пор нет точных доказательств какого-либо существенного роста запасов рыбы.
When he thinks about tomorrow, he fears for his son. Oh, where are the codfish? Oh, what has gone wrong? Большинство людей не знают, что треску до сих пор продолжают убивать рыболовными орудиями. В Ньюфаундленде сейчас ловят креветок, а креветки обитают там же, где и молодая треска. Поэтому треска также попадает в ловушки. Люди иногда удивляются, почему треска не восстанавливает популяцию, и обвиняют в этом тюленей. Они говорят: «А, виноваты тюлени!» Но в то же время ловля продолжается, а молодая треска выбрасывается за ненадобностью. То, что нам нужно, это нулевой вылов на протяжении длительного времени, чтобы рыба могла восстановить свои запасы. И когда она восстановится, вы снова сможете делать крупные уловы, но она не сможет восстановиться, если вы продолжите ее ловить. Можно ли опустошить море? Да, можно. Это объективная реальность в Ньюфаундленде, и она ничем не отличается в других местах. С 50-х годов рыболовство приняло огромные масштабы. Траулеры с гигантскими сетями осадили океаны. Сети с остальными цепями царапали морское дно. Эффективный способ сделать огромный улов за короткий промежуток времени. Тот факт, что это разрушает ценную экосистему, никем не принимался во внимание. Когда я учился в университете, мне говорили, что это не важно, потому что рыбе не нужно дно. Но на самом деле это неправда. Молодой рыбе нужно место для жизни. Например, рифы. Потому что так они минимизируют расходы энергии и могут спрятаться там, пока недостаточно окрепли. Когда осуществляется траловый лов, он раскатывает и разглаживает все дно. Он разрушает структуры, которые выстраивают морские животные. Поэтому процесс возмещения ущерба идет на убыль. Воспроизводство молодой рыбы идет на убыль. Рыбные запасы идут на убыль и не могут восстановиться. Ведь чтобы выстроить эти структуры, а это похоже на лес, под водой, уходят сотни лет. А траловая сеть уничтожает их за один проход. Траловый лов похож на попытку поймать зайцев с помощью бульдозера в саду. Представьте, есть сад, из которого вам нужно получить несколько животных или растений, а вы расчищаете все подряд. Чего же можно ожидать? Это похоже на такую картину. Вы тащите сеть по всей саванне, чтобы поймать буйвола. И ненужный прилов будет таким же огромным. Но даже рациональное рыболовство не всегда оказывается хорошей альтернативой. Рыбаки с соответствующей эко-маркировкой принимают во внимание сезона нереста. Поэтому не ловят рыбу круглый год. Однако в наше время даже рыболовные траулеры могут получить нужные сертификаты. Выдача сертификата траулерным хозяйствам — это внутреннее противоречие. Траулерное рыболовство деформирует естественную морскую среду обитания. Оно не может быть рациональным. Профессор Паули с интересом отнесся к инициативе экомаркировки, когда она только была введена, но с тех пор потерял веру в рациональное ведение рыбного хозяйства. Я верю, что экомаркировка — это сертификация для добросовестных хозяйств, не для относительно добросовестных и не для рациональных. Бонайре — самое теплое место в Голландии. Отпускной рай для энтузиастов водного спорта.
Здесь запрещено коммерческое рыболовство и введен принудительный сбор с каждого дайвера, который погружается в эти воды. $25 идет на защиту моря. На рыбу можно только смотреть, и есть несколько способов это сделать. Нужно по всему миру использовать модель Бонэйры для поддержания морской жизни. Это наиболее защищенная зона в мире. На суше от 10 до 15% земли засажено деревьями или защищено в парках. Для воды это соотношение составляет менее 1%. Дос и его семья живут на острове 10 лет. И это до сих пор его любимое место для дайвинга. Он видел и сфотографировал каждый подводный участок сотни раз. Здесь можно увидеть больших рыб, иногда акул. Практически каждое погружение можно наблюдать с катов орляков. Больших электрических скатов. Почти гарантированно на каждом погружении мы видим черепах и большие стаи рыб. Это фантастично. Это практически совершенный коралловый риф. Если вы погружаетесь под воду и плаваете возле кораллового рифа, то вы видите тысячи... Нет, миллионы морских животных, потому что даже коралловые полипы — это живые существа. Поэтому вы видите животных везде. Плавать в состоянии невесомости среди всех этих фантастически разноцветных и живых существ — это истинное наслаждение. Воды вокруг Бонэйры — это защищенный морской парк. Один из нескольких в мире. И несмотря на ясные международные соглашения по защите многих морских районов от коммерческого рыболовства, они до сих пор нарушаются. Министерство природных ресурсов практически всех стран в мире согласны с показателем в 20% к 2020 году. У министерств была цель дойти до показателя в 10% к 2010 году. Но они не достигли желаемого результата. Мы не имеем 10%, которые должны быть к 2010 году. Поэтому мы недоработаем и цель 2020 года на огромную величину. Есть колоссальная разница между тем, когда правительство говорит, что нужно сделать и что мы сделаем, и тем, что происходит на самом деле. В океанах обитает 7 видов морских черепах. Это прекрасные морские рептилии. Из них 6 видов уже практически вымерли из-за рыболовства, разрушительного ведения рыбного хозяйства, например, ярусного рыболовства. Сейчас в океанах 22 миллиона километров рыболовных ярусов. Один ярус или крючковая снасть может захватывать сотни километров. И на ней может быть тысячи и тысячи крючков. И на эти крючки попадаются все виды животных. Тунец, акулы, черепахи, дельфины. Каждый крючок находит свою жертву. Морскую черепаху, акулу, треску, дельфина. И все они умирают в ужасных муках. Они пытаются освободиться от 12 до 24 часов, прежде чем умереть. И все, что не относится к тунцу, выбрасывается за борт. Это одна из причин, почему многие виды черепах исчезают везде.
Ненужный прилов в рыбной промышленности – это ежедневное явление. Большая часть рыбы по всему миру вылавливается без разбору с помощью огромных сетей. Эти сети собирают на своем пути все, что встретят. Общеевропейская рыболовная политика запрещает привозить на землю рыбу, которая не прописана в лицензии. Поэтому, если у вас лицензия на вылов трески, вы не можете привозить хека или что-то еще. И это первая причина. Другая причина в том, что их интересует лучшая часть улова. Они не заинтересованы в замораживании или переработке рыбы, за которую получат меньшую цену. Поэтому они ее выбрасывают. Если у вас есть одна порция рыбы, то другая порция того же количества рыбы будет отбракована. Если вам нужны креветки, то это соотношение в 10 раз больше. Согласно недавно проведенному научному исследованию в сфере морской политики, 40% пойманной рыбы выбрасывается за борт или отбраковывается позже. Мертвый. Это очень ценные мангровые заросли в Бонайре. Мангры — это растения, корни которых уходят под воду и сильно обрастают водорослями, травой и губчатыми наростами. Эти заросли — превосходное место для созревания молодой рыбы. Это очень важные места для размножения рыб. Бонайре очень хорошо защищена, но по всему миру мы имеем очень большие проблемы, потому что большинство мангровых зарослей уже исчезли на данный момент. Они были собраны и превращены в места для производства креветок. Мы пойдем этим каналом? Да, мы пойдем здесь. А потом в наше знаменитое... Похоже, что течение очень ровное, очень спокойное. Итак, сейчас превосходный момент. Потому что мы попали в промежуток между приливом и отливом. Когда нет течения, лучшая видимость. Что идеально для нашей фото- и видеосъемки. Для меня это сказочный лес. Он очень красив. Особенно благодаря всем этим эффектам освещения под водой. Можно увидеть, как на рыбках танцуют солнечные лучи. Это фантастично. Это перевернутая медуза Кассиопея. Это типичное мангровое животное. Плоская сторона направлена вниз, а щупальца тянутся вверх. Они являются важными фильтраторами мангровой системы. Поэтому они очень свойственны для мангровых зарослей и лиманов. Сейчас он поплывет. Давай, парень. Он поплыл обратно ко дну. Видите, как двигаются щупальца? А вот рядом со мной еще один побольше. Здесь есть глубокая часть мангровой заросли. Там их можно увидеть тысячи. Здесь плавает молодая барракуда. Она пока вот такая небольшая. Одна из проблем, даже здесь, в Бонайре, хотя он и чрезвычайно хорошо защищен, это то, что мы видим все меньше и меньше рыб. И все потому, что недалеко отсюда, к северу от Южной Америки, разрушены все прекрасные мангровые заросли.
В мире от 80 до 90% всех мангровых зарослей уничтожены. Наш рыбный промысел и так чрезмерен. Много ненужного прилова просто выбрасывается. Многие животные умирают по вине рыбной индустрии. А когда мы уничтожаем места для размножения рыб, это уже настоящий позор. Океаны неуклонно пустеют. Но в то же время нам, как потребителям, говорят: ешьте больше рыбы, это хорошо для вашего здоровья. Но так ли полезна рыба? Мы посетили рынок в Амстердаме. Здесь можно купить рыбу со всех уголков мира. Сколько вам взвесить? 0,5 фунта, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. У торговца с отличной репутацией мы купили тунца и меч рыбу, выловленные из Индийского океана. 2 куска рыбного филе мы протестируем на содержание токсинов. Торговец уверен. Я полностью убежден, что эта рыба полезна для вас. Мы не применяем никаких инъекций или добавок. Это на 100% натуральный продукт, поэтому он должен быть здоровым. Привет! Привет! Я купила рыбу. Отлично, пойдем проверим ее. Доктор Стефан Ван Левен получил степень доктора философии за исследование токсических компонентов в рыбе. Здесь извлекается экстракт. Хорошо. Привет, Мартин. Я принес 2 образца, которые нужно проанализировать. Этот от меч рыбы, а этот от тунца. В сфере токсикологии есть несколько основных правил. В большинстве случаев большая рыба содержит больше токсинов, чем маленькая. Рыба, выловленная на побережье, обычно более зараженная, чем рыба, пойманная в открытом море. Наша только что купленная рыба была поймана в относительно чистом Индийском океане. Мы проанализируем ее на содержание ртути. В высоких дозах она может быть смертельна. Люди могут от нее умереть. Но даже при низком содержании она оказывает слабовыраженное воздействие. Например, негативно влияет на развитие мозга у маленьких детей. Через несколько недель мы получим результаты анализа. Бонайре — это остров с национальным подводным парком. Но это не может защитить его от загрязнений, которые вымываются на берег из океана. Каждый день волны переносят огромное количество мусора, сваленного где-то в океане. А то, что оказывается в море, зачастую оказывается и в рыбе. В рыбе слишком много токсинов. Диоксины, полихлорбифенилы, антипирены. Мы даже не представляем, каковы могут быть последствия. Видите, это похоже на камень. Но на самом деле это не камень. Он очень мягкий, это лишь часть матраса. И пляж заполнен таким мусором. И рыбы едят это. Это то, что происходит в океане. Можно потереть, и все эти отваливающиеся части съедаются рыбами. Они думают, что это планктон. А люди поедают эту рыбу, хотя она очень токсична. Ученые обнаружили 10 загрязняющих химических веществ в океанах. Это не только полихлорбифенилы, диоксины и ртуть, что само по себе огромная проблема, но также части пластика и другие материалы. Вы можете очистить пляж, но через пару месяцев тут будет такое же количество мусора. Тысячи и тысячи пластиковых бутылок. Это меня сильно сердит. Очень сильно сердит. В наше время все слышали об огромном бульоне из пластика. Он похож на остров из пластика в середине океана. Он размером с 1/2 Европы.
Все очень просто. Мы сбрасываем отходы за борт, и через минуту их уже нет. С катертью дорога. Но под водой они превращаются в грязь. Рыбы путают мусор с едой. Особенно опасны части пластика. Токсины сами прилипают к ним. Так мусор, который мы сбрасываем, заканчивает свой путь в наших желудках. Я не ем угрей, мидий и тунца. Из-за токсических компонентов. Деятельность нашего разрушительного общества имеет негативные последствия. Все, что мы используем, мы выбрасываем. Пластик, чудесный материал, наделивший нас огромной властью, является серьезной причиной бедственного положения океанов. Наиболее зараженная рыба — это водные хищники, особенно если они кормятся рыбой из зон загрязнения. 70-е и 80-е годы ознаменовались самым высоким уровнем загрязнения, известным на Западе. Отходы сбрасывались в огромных масштабах. Последствия были чудовищны. Реки и моря были переполнены такими токсинами, как диоксины и полихлорбифенилы. Было много сообщений о морских угрях с раковыми опухолями. В эти годы начало расти экологическое движение. Гринпис, например, принял меры против сброса отходов в моря. Стало расти осознание того, что мы не можем просто так выбрасывать свои отходы за борт, и выбросы диоксинов резко уменьшились. В рыбе все еще находят диоксины и полихлорбифенилы. И хотя эта тенденция снижается, их обнаруживают до сих пор. Они все еще находятся в окружающей среде. Тунец может быть очень большим и старым. К тому же он ест много другой рыбы, поэтому часто является самым зараженным. В нем находится много свинца и ртути, как в акулах и меч-рыбах, например. Так или иначе, это проблема. И ее масштаб зависит от количества токсинов, обнаруженных в образцах рыбы. Если есть много вредной рыбы, то особенно могут пострадать дети в чреве матери. Мы вернулись в Свободный университет Амстердама. Результаты анализа уровня ртути в тунце и меч-рыбе готовы. Полезно знать, что Европейский Союз установил максимально дозволенный уровень содержания ртути в рыбе. Если взять тунца, то мы видим, что этот уровень намного ниже безопасного максимума в 1 мг на килограмм продукта. Но если посмотреть на меч-рыбу, то в ней количество ртути превышает максимальный уровень. В среднем голландец ест рыбу раз в 15 дней. Согласно проведенным исследованиям, рекомендуется есть не более 600 грамм рыбы в неделю, поскольку это количество признано безопасной нормой голландским центром питания. Всемирная организация здравоохранения установила максимальный уровень для недельного потребления, составляющий 0,2 миллиграмма. Если взять тунца, то потребляя 600 грамм в неделю, вы остаетесь в рамках безопасного уровня. Но если взять меч-рыбу, то в ней количество токсинов 4-5 раз превышает безопасный уровень. А беременные женщины могут есть эту рыбу? Беременные женщины должны быть очень осторожны при употреблении, например, меч-рыбы. Определенно не 600 грамм в неделю. Употребление рыбы похоже на русскую рулетку. На 100% натуральный продукт не является на 100% здоровым, по крайней мере, не для каждой рыбы. Рыба — существо хладнокровное и не испытывает боли. Так люди привыкли думать. Это кадры из фильма «The End of the Line» режиссера Чарльза Кловера, британского журналиста, который, как и ДОС, предупреждает о последствиях чрезмерного вылова рыбы в мировых масштабах.
Как можно думать, что у рыбы нет сознания? Как без сознания она понимает, что происходит вокруг нее? Это невозможно. Профессор Герт Флик является главой кафедры по физиологии животных в университете Нейминга и исследует то, как рыбы испытывают боль и стресс. Как долго вы уже работаете над исследованием рыб? Веришь, нет, но уже более 30 лет. Я начал, когда ты еще не родилась. И все потому, что рыбы меня просто очаровали. Я по-настоящему люблю работать с этими существами. И вам до сих пор это нравится? Да, абсолютно. Флик обнаружил, что рыбы не только испытывают боль и стресс, но способны хранить эти воспоминания в долговременной памяти. Некоторые люди хотят, чтобы мы верили, будто память у рыб работает несколько секунд. Но это неправда. Если вы будете освещать треску, лосося или палтуса световым раздражителем, а затем давать им вознаграждение, скажем, в виде хорошей еды, то рыбы быстро это усвоят. Через несколько воздействий они уже будут знать, что свет связан с хорошим вознаграждением. И они помнят это минимум 3 месяца. Если вы не знаете, что с хищниками лучше не связываться, то вам не позавидуешь. Поэтому лучше быть в курсе дела. И да, у рыб есть нервная система, схожая с той, которой мы ощущаем боль. Если вы видите, как рыба шевелится на палубе, пытается спастись и тому подобное, если вы знаете, что это значит, если вы понимаете, что рыба пытается сделать, то должны сильно задуматься. Рыболовство в крупных масштабах — наиболее критикуемая форма рыбной ловли, когда огромные массы рыбы ловятся большими сетями и вытаскиваются из воды на открытый воздух. Мы знаем, что сети и открытый воздух — это серьезный стресс для рыбы. И это только одна вещь. Но потом их сжимают вместе, буквально раздавливают в больших сетях и вываливают на палубу корабля. Это чрезвычайно страшное и болезненное испытание для рыб. Если вы считаете рыбу чувствующим существом, то не сможете этого сделать. Вы же не сделаете этого сотни кошек, или сотни собак, или сотни поросят, или сотни цыплят. Вы просто не должны этого делать. Я считаю, что с этической точки зрения рыболовство в крупных масштабах, когда рыбы сдавливаются вместе, и многие из них умирают под тяжестью других рыб, просто неприемлемо. Мы не должны этого делать и постараться отказаться от такой практики как можно скорее. Некоторые люди полагают болезненной саму мысль о том, чтобы не есть рыбу, но боль, от которой мы можем спасти рыб, намного значительнее. В мировом масштабе мы вылавливаем 100 миллионов тонн рыбы, большая часть которой идет на потребление людьми. Но 1/3 улова предназначена для прокорма других рыб. Около трети выловленной рыбы в мире, то есть около 30 миллионов тонн в год, превращается в рыбный корм. Это означает, что около 30 миллионов тонн дикой рыбы идет на прокорм культивированной рыбы. Для производства 1 килограмма лосося требуется 3 килограмма анчоусов. Но эта рыба также является кормом для других животных. Свиней, кур и так далее. И очевидно, что это огромная трата хорошей еды.
Итак, эта рыба измельчается в корм, который используется при выращивании домашнего скота. И несмотря на факт, что практика размельчения мертвых животных для прокорма живых была запрещена в Европейском Союзе в 2000 году, это не распространяется на рыб. Поэтому в результате они оказываются на тарелке у культивируемых рыб, свиней и кур. Рыбы также используются для изготовления пилюль. Аптеки продают их в огромных количествах. Тема рыбьего жира меня очень сердит. Итак, жир, который мы добываем из рыбы, мы добавляем в пилюли. Этот жир содержит жирные кислоты омега-3, которые мы хотим получить. Но рыба содержит лишь от 3 до 5% жира. Поэтому требуется много рыбы, чтобы получить всего 1 литр. Вам нужно очень много килограммов рыбы. В лучшем случае требуется 20 килограммов рыбы, чтобы получить 1 литр рыбьего жира. Если верить надписям на этикетке, то он лечит практически от всего. Он повышает успеваемость у детей, хорош для костей и суставов, улучшает память, помогает поддерживать молодость и хорошую фигуру. Но так ли правдивы заявления производителей? Этот препарат предназначен для детей, и здесь написано, что он помогает развитию мозга и здоровой нервной системы. Для этого не обязательно пить рыбий жир. Это тоже для детей, и здесь говорится, что это помогает улучшить концентрацию, память и способности к обучению. Это не доказано. Этот препарат предназначен для людей старше 50, и здесь утверждается, что он помогает поддерживать ясность ума, быть в тонусе и хорошо влияет на концентрацию. Пилюли с рыбьим жиром для этого не нужны. Фактически, дело не в рыбьем жире. Хотя его и делают из рыбы, но рыба не производит его сама. Это продукт, вырабатываемый из другой пищи, в частности, из планктона. А здесь говорится, что это помогает сохранять гибкость суставов и стабильное кровяное давление. Звучит хорошо, но для этого пилюли с рыбьим жиром не нужны. Рыба превращается в пилюли потому, что мы верим, будто они полезны для нашего мозга, мускулов и суставов. Европейская ассоциация безопасности пищевых продуктов недавно опровергла все эти заявления. И это означает, что производители должны убрать подобные надуманные обещания со своих этикеток. Итак, мы не только едим пойманную рыбу, но и превращаем ее в пилюли, размельчаем ее для прокорма свиней, кур и культивируемых рыб. И мы убеждаем друг друга, что искусственное разведение рыб — это решение проблемы. Даже после 25 лет дайвинга подводный мир все еще увлекает Доса. Водная поверхность всегда выглядит одинаково, но как только он погружается, восхищение начинает нарастать, и здесь до сих пор бывают уникальные моменты. Недавно я написал статью о восточном побережье Бонэйре. Мое последнее предложение было таким. Я больше не могу сделать хорошую фотографию ската орлика с близкого расстояния. И совсем недавно я снова там побывал. И в первом же погружении на мелководье я встретил ската орлика. Скат был занят процессом принятия пищи. Он ел моллюсков, которых находил в песке. Я подумал, о, это мой шанс. Это был пятнистый скат орляк, один из самых красивых скатов в океане. Тут я увидел, как скат смотрит на меня и подумал, так, теперь не дыши и будь спокоен. И когда я уменьшил дистанцию до 50 сантиметров, он принял меня. Это был фантастический момент. И за все эти годы дайвинга, 25 лет, я ни разу не мог этого сделать.
ДОС выступает в защиту сохранения здоровья океанов, потому что видит разрушение собственными глазами. Это не только чрезмерный вылов рыбы и его последствия, уничтожающие мир под водой. Кораллы по всему миру умирают из-за загрязнений и глобального потепления. Когда я погружаюсь и вижу все эти мертвые кораллы, покрытые водорослями и обесцвеченные из-за высоких температур, мне становится очень грустно. Всего несколько лет назад это были прекрасные коралловые рифы со здоровыми кораллами. И мне на ум не приходит ничего, что могло бы их уничтожить. Это опустошение также дело рук людей. Наши непомерные выбросы углекислого газа вызывают подводные катастрофы. Океаны — это основные структуры в этом мире, которые абсорбируют углекислый газ. И океаны отдают обратно 70% кислорода, которым мы дышим. Поэтому мы полностью зависим от океанов. И мы уничтожаем их. Это очень глупо. When he thinks about tomorrow, he fears for his son. Oh, where are the codfish? What has gone wrong? Для чего сейчас служит этот порт? Практически все корабли, которые ты видишь сейчас, принадлежат к рыболовам. Пи Кумбс поступил в колледж после наложения моратория на рыбную ловлю в 1992 году. Сейчас он работает на большую строительную компанию, но многие его бывшие коллеги продолжают рыбачить. Они переключились с трески на крабов. Это используется для поимки крабов. Утром, когда ловушка заполняется, они поднимают ее на палубу корабля, развязывают и вытряхивают крабов. Когда-то здесь было много трески, и воды Ньюфаундленда были переполнены крабами в таком количестве, что никто не может вспомнить. Но в последнее время их стало намного меньше. Я считаю, что если они не будут осторожны, и если правительство не будет контролировать крабовые запасы, и если они не выучат предыдущий урок, то история повторится. То же самое с синим тунцом. Происходит то же самое. Индустрия не хочет признавать, что ресурсы истощаются. Следовательно, они продолжают рыболовство. Они будут продолжать до тех пор, пока запасы не иссякнут. А когда произойдет коллапс, они обвинят кого угодно, но только не себя. Рыбная промышленность ответственна за исчезновение видов и разрушение ценных экосистем. Это также справедливо для так называемого рационального рыболовства. Мы верим в пустые обещания о том, что пилюли с рыбьим жиром сделают нас здоровее, и ловим рыбу, чтобы накормить свиней, кур и рыб, разводимых в искусственных условиях. И на всю эту индустрию тратятся миллиарды государственных субсидий. Каждый гражданин платит за разрушение морей и океанов. Мы плохо усваиваем уроки истории. И как Ньюфаундленд, Северное море тоже может быть вскоре опустошено от рыбы. Это не то, что случится однажды, если мы ничего не предпримем. Это то, что уже происходит с огромной скоростью. Взгляните на Северное море. Его дно уже превратилось в ил. Но это не его естественное состояние. На самом деле дно Северного моря раньше было твердым. Оно было покрыто морскими животными. А сейчас Северное море — лишь тень самого себя. Поймите следующее. Скажем, было 100 единиц или 100 тонн. Затем количество уменьшилось до 1 тонны. Если оно возрастет до 2 тонн, то это уже удвоение.
Поэтому рыбаки говорят чиновникам, количество рыбы удвоилось. Удвоение — это много. Или количество рыбы увеличилось до 300%, то есть до 3 тонн. Поэтому они говорят, что нужно снова открыть рыбные хозяйства. Но они все еще имеют 3 единицы против 100 в прошлом. Такова текущая ситуация в Северном море. Природа, в которой мы живем, это единственное, что поддерживает нас на Земле. И если мы безрассудно растратим запасы, если мы потеряем ее, наше выживание на планете будет под вопросом. Дамы и господа, что нам делать? Существует ли решение? Да, оно существует. Мы должны прекратить вылавливать рыбу и должны прекратить ее есть. Запомните, ваша вилка — самое мощное оружие. И это единственный способ, по крайней мере, как я это вижу, что мои внуки, которым сейчас 6 и 8 лет, смогут наслаждаться подводным миром, так же, как сейчас им наслаждаюсь я. Не будь людей, у морей и океанов не было бы проблем. Решения, которые мы принимаем сейчас, определяют судьбу морей и наше собственное будущее. Все зависит от нас, от решений, которые мы принимаем. Наши вилки — мощное оружие. Используйте их для создания жизнеспособного будущего.